Дневный отдых, привет! Привет всем! Отправляемся на сплав. На реку Ай, самую красивейшую реку Челябинской области и на территории Башкирии. Она же Башкирия получается, отпадает. Вот, всем хорошего дня и нам пожелайте удачного дня. Мы находимся в Саткинском районе Челябинской области, село Межевой, поселок Межевой. Отсюда мы будем сплавляться до села Кельметьево, что-то такое вот. По реке Ай будем сплавляться. Самая длинная река Челябинской области. Сплавляться, а не по горам гулять. А вот первый катамаран, если что. Мы вторые будем. Да. Да не, будем темп держать. Как настроение, Елена? Хорошо. Хорошо. Сейчас еще будет лучше. Толкните, ребят. Нет, не получилось. Поехали. А сюда, вон, на то течение. Наконец-то мы выдвигаемся. А тебя как зовут? Александр. Сань. Салават. Очень приятно. Салават. Юра. Егор. Ольга. Юля. И Юля. Очень приятно всем. Она сейчас развернула на 360 градусов. Да. Ага, понял. И она тогда у нас встанет. Ага. А, ну тогда будем, да, понятно. А то я не вытягиваю. Старость там. Да ладно, в душе все мы молодые. Нам надо плыть, давай. Ага. Давай пока я покрепу. Ну давай. Удивительно. Замечательная природа на Южном Урале. Да и сам весь Урал. Оху! Идеально! Все, хватай, женщины выйдут, хватай, чтобы идет. Ага. Нам же надо взять это. Или мы вытащим сначала, да? О, все, мы доплыли до точки пункта Б. Еще пункт В и пункт С, там Б, С. Мы проплыли уже 7 километров и вот доплыли до пещеры Кургазак. Прогуляемся в пещеру Кургазак. Мы в пещере Кургазак. Что переводится сухолог с башкирского. Это обычная пещера. Ну я уже здесь был, как вот сейчас покажу, как бы это со стороны выглядит. Я тогда снимал, но, блин, когда я редактировал видео, все монтировал, там ничего не видно было. Сейчас хорошо видно. Вот такая вот пещера. Здесь есть летучие мыши, но их нету. Лен, как тебе нравится пещера? Ну, впечатляет, да. Впечатляет? Мне тоже она впечатляет. Ну, я как, блин, второй раз, но все равно такое это красиво смотрится. Протяженность этой пещеры 519 метров. Ну, и тире 590. Вот. Это со всеми порталами, вот этими каналами пещерными. Все наши лодки, катамараны. Протяженность нашего маршрута получилась, сплава всего, получится примерно 20 километров. Красивейшая река Ай, что переводится с башкирского языка. Луна, лунная река. Да, что-то я сюжет вообще не могу его спланировать здесь. То есть это снова опять это как-то импровизирую. Правильно. По ходу пьесы. Сюжет был, блин, сейчас в итоге все придется опять. Все посыпалось. Да, посыпалось, блин, просто. Добавь контенту. Контенту? Я не умею. Вот. Можно просто привет. Привет. Вот. Привет. Грязные пальцы. Сейчас мы поплывем до сухих водопадов. Сухие водопады. Ну, я тоже там был. И что, и в пещере я тоже был. В общем, второй раз я здесь. Сухие водопады. Вот они. По весне они не сухие водопады. Ты себя снимаешь? Да, себя и всех снимаю. Круто. У нас сегодня классная погода. Вообще замечательная погода просто. Я погоду за 2 недели смотрела. Дожди. Повезло. Мы возвращаемся к катамаранам и будем дальше сплавляться. Вот плывем, лепота. Такое вот понижение реки. Мы как бы почти просто рулим. Рулим этими веслами. Какая красивая скала, видите, да? Прям просто живописная такая. Красотища просто. Офигенно. Первый раз в жизни на сплаве. И я еще раз побываю здесь.
Река Ай. Вот и визитная карточка реки Ай. Большой айский притес. Летом я здесь побывал тоже, вот с левой стороны я был там. А вот я теперь здесь сплавляюсь. Как обычно, с группой «Активный отдых». Ссылочка будет в описании. Это большой айский притес. Пестрая скала и тишина, вообще круто. Скалы высотой метров 100. Вон они, ребята, вон. Веревка вот. А вон ребята отсюда прыгают. Блин, вообще высоко. Не знаю, я бы еще стриманул с этой со скалы прыгать. Вообще круто. Наша команда катамарана. Всем привет. У меня, видите, я вообще это так, лайфхак. Фотоаппарат всегда берите, экшен. Гребсти не будете, просто плывете, отдыхаете. Курган, привет. Подписывайтесь. О, два подписчика, надеюсь, добавится. 45-44. 180 сплавился выходного дня. Такой замечательный сплав, хоть и один день. Желательно бы на два дня. На сплавчик. Ну вот так вот получилось. Давно хотел на этот сплав. По реке Ай. Да еще по другим рекам Урала. Удачи на дороге. Спасибо. И да, спасибо организаторам. Активный отдых. Лябинск. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Следите за афишей. Все, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Закончился у нас сплав выходного дня. Очень много народу здесь. Просто вся парковка забита. Людей просто толпы. Вообще замечательный день. Челябин, с днем рождения. Офигенный фейерверк был. Вообще крутой просто. Бомба.